Хорошо, давайте сразу перейдем к другой задаче. Задача звучит следующим образом. Давайте посмотрим, что это значит. У нас есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Каждый день он решает на 3 задачи больше. Тогда между понедельником и воскресеньем у нас произошло 6 раз увеличение количества решенных им задач. То есть он решил на 18 задач больше. При этом по условию мы знаем, что с одной стороны на 18 больше, а с другой стороны в воскресенье он решил в 3 раза больше, чем в понедельник. Значит, у нас есть 2 числа, которые отличаются на 18 и при этом в 3 раза. То есть нам нужно, зная, во сколько раз одно число больше другого и разность этих чисел, нужно найти сами числа. Это чем-то похоже на нашу первую задачу, но немножечко о другом. Давайте разберемся, как ее решать. Пусть у нас есть какое-то меньшее число. Давайте я просто нарисую его в виде квадратика. Тогда число, которое в 3 раза больше, это 3 таких квадратика. У нас есть число, а в 3 раза больше вот 3 квадратика. И оно на 18 больше. Где находятся эти 18? Вот, это 18. Вот эти 2 квадратика, это на сколько? 3 квадратика больше, чем 1 квадратик. Значит, каждый из квадратиков это просто 9. Тогда у нас есть 9, 9 и 9. Значит, эти числа это 9 и 27. 9 и 27. Легко проверить, что 9 и 27 действительно отличаются в 3 раза и действительно отличаются на 18. Давайте все-таки вспомним, что нас спрашивали в задаче. А в задаче спрашивалось, сколько школьник решил задачу в среду. Если он в понедельник решил 9, во вторник на 3 больше, это в 12, то в среду он решил 15 задач. Наш ответ — 15. Решив эти две задачи, давайте попробуем решить задачу, которая, опять же, чем-то немножко похожа, но все-таки немножко другая.